не в порядке, вот за эту неделю. Или бы нормально, все ушло бы. Чего вы расслабились? А почему вы меня толкаете? Я не знаю. Да фу, мне тяжело, что ли, дойти, что ли? Был, кстати, горный был. С Узбекистана четвером приехали работать. Документы отдали начальнику, чтобы он сделал регистрацию. И вот мы работали, нас забрали оттуда. Проводились оперативно-профилактические мероприятия совместно с сотрудниками МВД на территории Иглинского района. В ходе мероприятия были задержаны иностранные граждане, которые находились на территории Российской Федерации не на законных основаниях, то есть осуществляли трудовую деятельность без разрешительных документов, либо находились без постановки на миграционный учет. Также в отношении иностранных граждан, которые находились на территории Иглинского района, осуществляли трудовую деятельность без разрешительных документов, в отношении них был составлен административный протокол, и также судом Иглинского района Республики Башкортостан принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации, а также наложение административного штрафа. Сколько вам зарплату обещали? Нам не обещали, мы что заработаем, то дают. То есть они принимают и вам за выполненную работу? Ну, договор, вот. Сделаем один этаж там по кубам, мы возьмем деньги. Там нет работы? То есть, конечно. А сюда зачем приезжать? Ну, там надо плюс. Патента нету, документы вообще. На что рассчитывали? На хозяина. В отношении иностранных граждан, которые незаконно осуществляют трудовую деятельность, и кто их привлек на законных основаниях, тоже привлекается к административной ответственности. Граждане Российской Федерации, если, допустим, предоставили либо жилое помещение, или транспортное средство, которое находится на сегодняшний день не на законных основаниях, то есть привлекается соответствующим образом к административной ответственности принимающая сторона. Если по штрафу обозначить, то если в отношении физлиц, то штраф от 2 до 5 тысяч. В отношении должностных лиц от 25 и до 50, в отношении юридических лиц от 250 тысяч до 800 тысяч, либо приостановленной деятельности. Профилактические мероприятия у нас проводятся ежедневно совместно с сотрудниками МВД по республике. За 10 месяцев за пределы Российской Федерации было выдворено более 949 иностранных граждан.